Повернулися знову ж таки ми до вас. Ну що ж, дорогі друзі, ми вже не раді будемо втрачати представити часу, тому що дійсно, як сказала вже Інна, у нас в студії вже є гість Валентина Ткаченко. Гостем вже важкувато назвати, тому що це людина, яку ви добре знаєте. І вже наша не вперше, часто гостя. Так, і не вперше вже у нас в гостях, розповідає про свої справи, про свої задумки. Але якщо Валентина у нас в гостях, то це дуже добре, тому що щось благодійне в Миколаїві таке відбувається, благодійні фонди працюють, і ми цим не можемо не радуватися. Так, отож, вітаємо вас, дякуємо за те, що завітали зранку до нас. Вітаємо. Доброе утро. Фонд «Доброта і довіра». Що нового за час, поки ми не бачилися, відбувалося? І, скажімо так, плавно потім перейдемо до того, що ж планується в майбутньому. Ну, скажем, на лето мы немножко распустили детей для того, чтобы они немного отдохнули, так как было очень много, вы помните, концертов, акций, выступлений, вплоть до 10 июня они работали, выступали, что, честно сказать, действительно, что даже, не сказать, устали, хотя это очень редко, как бы, бывает. Пришли на каникулы. Да, но фонд не отдыхал. Мы немножко преобразили зал, благодаря чему мы теперь сможем набрать к сентябрю месяцу 2 еще льготные дополнительные группы вокала, хореографии. В этот раз мы возьмем в льготу, это многодетные, которые еще представляются малообеспеченными, потому что ребенка, дети, будь азуть, угу. А тут еще заплатить за танцы, обшить, отвезти, то это вообще, ну, понятно всем, что да. В наше время это не... И дети зоны АТО, да, это у нас сейчас горячая тема, которую, в принципе, я как бы говорила и говорю, что дети не должны касаться ни войны, ни политики, но люди, приезжающие туда с детьми, им некуда, то есть как бы самим пристроиться, а детей определить тем более. Мы решили дополнительно создать для них вот эту вот льготу. Зал не резиновый, понятно, но все-таки хочется им что-то дать. И я вот думаю, еще по одной группе вокала, хореографии мы создадим. А как вы находите детей, або дети находят вас? Как нас, находят. Мы так как мы же много даем, очень много концертов, мы уезжаем по всей области. Мы на Каштанам сквере, на больших сценах. Мы очень благодарны тех, кто с нами работает. Вот Юля Захарова, вот она нам часто дает сцену, да, в ДК 40-летие. Мы немало концертов провели только у нее, скажем, за этот год. Нас очень много видит. То есть мы транслируемся, делаем сюжеты каждого концерта по телевидению. Нас знают, нас слышат. В гугле вводим, первая строка, доброта и доверие. То есть как бы мы уже заняли тот рейтинг, что нас знают. Знают, что мы действительно занимаемся культурным воспитанием, мы очень много выезжаем. Мы дарим счастье. Так, тим паче, що якщо люди, наприклад, переселенці із зони АТО, то дійсно в батьків перше на першому місці це влаштувати якось себе і дітей в плані житла, якоїсь роботи, а звичайно про культурний відпочинок. Але розваги для дітей це дуже якось важливо. Про це вже й не думаєш. І... Діти все-таки приїжджають немножко травмірно психологічно, їм потрібне общество, їм щоб вони розслабились, щоб вони почувствовали себе, що вони є, що вони такі ж, як і всі діти, і навіть вполне можливо, що вони себе очень быстро проявит, и мы найдем еще одни таланты. А что зараз планується и что уже зараз робиться, оскільки фонд не працює, окрім того, що створили, скажімо так, зал, точніше не створили, а зробили його більш кращим, поліпшили. Що ще робиться у фонді? Ну, скажем, фонд уже начал працювати, то есть с 20 июля мы уже все вышли работать, то есть как бы мы отдохнули буквально какой-то месяц, этого нам хватило, фонд непосредственно работал. Мы собирали гуманитарную помощь, мы начали часто напрямую еще много очень работать с Киевским фондом «Калуйска життя». Это фонд, который занимается переселенцами, кто беременно должен участвовать родители, либо детки маленькие до 3 лет. Так как мы часто собираем гуманитарку Николаеве, да, к нас уже люди знают, то есть для нас это, в принципе, уже, не скажем, сильно большая проблема. Люди отзываются. Отзываться, сказать, очень хорошо. То есть мы вот буквально на той неделе отправили, знаете, как зашли на новую почту, и они такие... А, до речи, я бачу в ці звіти, скажем так, фото-звіти. За один раз 4 сразу накладные. То 75 килограмм за один раз мы отправили туда, начиная, грубо говоря, с детских стульчиков, одежды, средств гигиены, все, что у нас как бы мы могли собрать. Вся материальная допомога, это все кошты простых людей. Это даже не кошты, мы не собираем кошты. Это не меценаты, это... Да, мы каждый раз говорим, что да, конечно, деньги это хорошо, мы можем докупить то, что допустим, что-то, но лучше принесите сами. Для того, чтобы человек понял, мы даем непосредственно ссылку на то, куда нам собираем списки неопределенные, там, допустим, так такое-то количество человек, только-то, допустим, детей, востребовано на сегодняшний момент то-то, 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 чтобы не было лишнего, получается, и они там соберутся в Киеве и у нас, и как бы, конечно, лишнего не будет, но все равно лучше по востребованному работать и по спискам. Что я наинеобхиднейшим с материальной допомоги, то, что наибольше приносит люди? С гуманитарной допомоги, материальная, это когда носится денежка, да, с гуманитарной. Ну, скажем, сама необходимость, если это маленький ребенок, средства гигиены, конечно, памперсы на улет, честно сказать, это ему наштамповать сейчас, с учетом сегодняшних цен.
В принципе, я хочу сказать, что прямо таких завышенных амбиций никого нет. Ребенку что нужно? То есть, как бы поесть и одеться. Больше как бы ничего не требуется из того, что это уже наша инициатива была проявлена, там, закупить какие-нибудь игрушки, собрать, те же маленькие, вот у нас были мягкие детские стульчики, ну, вот, разные игрушки, погремушки, грызунки, это все, что было, бутылочки, там, ну, все, что можно было связано быть с кормлением или с развитием ребенка. Это то, что, в принципе, ему будет как бы нужно по мере того, как он будет расти. Я считаю, что это правильно, хотя наш, в принципе, фонд занимается какой-то культурным направлением, все равно мы пытаемся везде понемножку. То есть нести какой-то клад, добродел, если мы это действительно можем сделать. Чтобы трошки полепшить життя наших маленьких миколаївців, українців. Да, я хочу сказать, да. Все равно, как бы, я считаю, что в каждом человеке существует какая-то вот капелька доброты. Просто он не знает, вот у нас очень многие люди хотят сделать, ну, как бы, добро, но они не знают, куда и как это вообще, то есть, чтобы это правильно сделать, да. Вот я считаю, что если бы они вот просмотрели некоторые сюжеты, поехали бы с нами пару раз какие-то там на выезды, они бы по-другому посмотрели вообще бы на это все и уже переоценивали бы жизнь і взагалі, що такого добро другим взглядом. А чи є така можливість, якщо хтось із волонтерів захоче з вами Мы всегда приглашаем на каждую акцию, да, мы приглашаем на концерты, да, вот у нас же концерты будут не бесплатные, мы всегда же громаду приглашаем, да, приходите, посмотрите, приводите своих детей. То есть мы дарим, что в первую очередь это праздник. Если это какой-то выезд по области, куда бы мы ни ехали, скажем, как бы далеко это ни было, мы всегда приглашаем, пожалуйста, вы можете непосредственно тоже принять участие, не просто принести какой-то подарок, если мы что-то едем, либо собрав какой-то там пакет, да, с вещами, поехали с нами, вы посмотрите этих детей, посмотрите, как мы работаем, как мы передаем, что мы для них делаем, пообщаемся, тем более, если мы везем куда-то сладости, мы стараемся им не передавать на руки, мы стараемся в конце концерта сделать общий стол в столовой и все вместе сесть, то есть как бы это соединять немножечко, как бы сближать, ну, я не знаю, то есть у меня такое мировоззрение, что не просто принести, передать и поставить галочку, я это сделал, да? Ты должен это прочувствовать. Вот это вот для меня очень важно. Ну що, друзі, ми повернулися до вас, і ми вже знову ж таки в студії. Нагадуємо для тих, хто щойно повернувся і щойно, точніше, долучився до ефіру програми «Новий день», що у нас в гостях Валентина Ткаченко, президент фонду «Доброта і довіра». Сьогодні говоримо, точніше, вже говорили про справи, які фонду вже були зроблені до сьогоднішнього дня. А наразі хотілося б запитати про те, що фонд планує в найближчим часом, і можливо, якісь які акції проходять. Ну, я говорю, как всегда, мы бежим, да, много, одно закрыли, там второе открываем. Для меня, знаете, фонд – это вот когда что-то живое. И если ты постоянно что-то делаешь, это значит, ты живешь, а не, знаете, там по плану 4 там какие-то акции в год, и все, и классно. Нет. Фонд должен жить, он должен помогать, он должен развиваться, он должен непосредственно везде быть, он должен расширяться, даже может где-то что-то как-то переучиться, если входит в сферу тех или иных возможностей, которые прописаны в фонду по КВИДу, да, то есть как бы. Но все равно я считаю, что в стране такие ситуации, вот особенно вот все, что у нас происходит с войной, и мы не можем все равно оставаться в стороне хотя бы по отношению к детям, потому что фонд настроен на детей. То, что мы уже сказали, то, что отдохнули немножко, преобразили зал, да, тяжело, не тяжело, да, фонд не финансируется, ни под кем не стоит, но все равно мы решили сделать эти две дополнительные группы. Это нам большой плюс, что нам хочется заниматься больше детьми, хочется им больше дать, ну, я не знаю, я кажется, что каждый раз, когда мы делаем концерты, я смотрю своих детей на сцене, и насколько они счастливы от того, что их видят на сцене, да, что они значимы, что они что-то могут подарить от себя с кусочек со сцены, это, наверное, самая благодарность для нас, что мы действительно что-то можем сделать для них. Вторая, то все-таки мы начинаем как бы уже потихонечку, уже скоро начинается август, да, закрывать портфель школьников. Все слышали, что мы в начале июня, ну, может быть, мы мало слышали, люди уезжали на моря, или еще, знаешь, и как-то еще не думали о школьных ярмарках. Ну, кстати, мы всегда в последний момент и хватаемся, что у нас была акция запущена «Собери портфель школьника». Мы останавливали телефоны, оставляли имейлы, устанавливающие две точки, куда можно было бы поднести все, что могло бы пригодиться школьнику. У нас на сегодняшний момент есть 65 детей, которые очень остро нуждаются для того, чтобы их собрать в школу. В некоторых семьях есть от 3 до 6 человек детей. Понимаете, одного собрать ребенка в школу – это очень тяжело. А двоих-троих, а не дай бог четверых, как бы говорится. Да, это, знаете, это лучше свадьбу собрать, чем детей собрать в школу. Это как у нас сейчас говорят. Действительно, все стоит очень дорого, собрать их очень тяжело, особенно в многодетной семье, что мы просмотрели, что сделали выборку самых-самых-самых, кому очень это все востребовано, и решили сразу сделать такую акцию для того, чтобы
помочь этим деткам. То есть любой человек может принести все, что угодно. Не обязательно там нести там торбу целую. Просто даже если бы каждый, допустим, из нашего жителя принес по одному карандашу, по одной ручке, по две тетрадки, да, уже бы собралось там 5 портфелей, логически. То есть я считаю, что если вы будете скупляться вашим детям, не пожалейте, пожалуйста, одну там лишнюю пластилина, каких-то там красок, пару ручек, занесите, пожалуйста, нам на те реквизиты, что мы укажем. Если, допустим, по какой-то причине вы не можете, мы сделаем два больших концерта, две акции в центре города для того, чтобы вы могли в этот день поднести, и не просто поднести обратно же, мы вас будем благодарить чем своим концертом. Наши дети специально выступят для вас, аниматоры проработают, будут развлекательные программы, где вы получите, как бы говорится, от нас поощрительский приз для того, что-то вы сделали хорошее. Это наша концертная программа, это веселье, это таланты наших детей. И благодаря этому мы действительно что-то соберем и действительно поможем этим деткам собраться. Виконаємо місію, яку запланували, скажімо так. Взагалі, уже зверталася ця акція більше спрямована на простих жителів, чи, можливо, скажімо так, підприємці, можливо, чиновники також можуть долучитися? Не зверталися до них напряму, щоб, можливо, вони могли забезпечити? Напряму не зверталися, як говориться. Чому? Тому що я вважаю, що акція, вона повинна немножко об'єднати. Ми не можемо поділити чиновник, депутат або простий чоловік. Ця інформація дається для всіх. І тут ми не повинні как бы тянуть за руку, обратно же. Мы рассчитываем на то, что люди должны сами осознанно делать и понимать, хотят ли они это сделать или нет. Да, она, как, допустим, у некоторых там создаются какие-то акции, фонды, типа, потому что вот ты пришел, ты должен обязательно знать, там, сдать там какую-то сумму или там обязательно положить коробочку. У нас, во-первых, никогда коробочек не было, начнем с этого. Во-вторых, любая акция, это делается для того, чтобы человек осознанно сам пришел, увидел и понял, для чего он это делает. И действительно он захотел это сделать. Может быть, посмотрим, если вдруг по какой-то причине не будем успевать, то мы, может быть, в конце августа обратимся к крупным предпринимателям, которые непосредственно занимаются канцтоварами. Ну, я думаю, что мне бы хотелось, чтобы все-таки простые люди больше, вот, их соединять. Соединять на наших концертах, соединять, чтобы не каждый увидел, что вот Иванов принес две ручки, а я сегодня принесу две тетрадки, и вот Иванов, Петров и Васечкин, да, все они умнички, молодцы, я им всем очень благодарна. А еще есть такое, на основных запитаниях, вы сказали, есть две точки, куда можно перенести все канцелярские товары, где они находятся, для наших телеглядачей такая информация? Практически каждый день мы работаем вечером с 4 до 6 вечера, это на нашем фондовском зале, где находится Лягина 28, на базе 34-й школы, напротив городка Сказки. В принципе, это как бы говорится центр города, где в вечернее время после работы, либо в любой день, вы можете подойти, кроме субботы и воскресенья, с учетом того, работаем мы или нет, можно созвониться. Реквизиты, как бы я давала на Фейсбуке, ВКонтакте, всегда в наших группах есть... Можете с нами списаться, и у нас есть пара волонтеров, вот бегунки, которые могут подойти, допустим, если у вас действительно там хотя бы там небольшой пакетик, да, и вы не можете, допустим, по какой-то причине передать. Они могут это все забрать, то есть в посте мы обязательно выложим информацию, сделаем фотоотчет и поблагодарим каждого человека за внесенное. Вторая – это у нас Каштановый сквер. Каждый вечер у нас с 5 до 7 вечера у нас стоит волонтер возле кольца Львов, то есть непосредственно там, где роллеры обычно там витают, да, и стоит коробочка, где вы непосредственно тоже можете это поднести. Но обратно же это такое проходящее. Вот две самые большие акции, когда вы можете действительно собрать и принести, уже подсобирать, как бы говорится. 22 числа мы сделаем концертную программу «Городки и сказка». Большое спасибо директору, который согласился с нами работать, и он как бы поддерживает такие направления. Любаров, сказать, новый человек, но он очень быстро отозвался, и я рада, что вот, знаете, как бы вот пришла, поговорила, все, и человек согласился, потому что, и что все доброе дело все-таки объединяет хороших людей. И второе, это у нас будет 29 числа на Каштановом сквере. Это будет суббота. Мы сделаем концертную программу. Мы всех уже построим закрывающимся летом, с наступающим может, первым, как это, сентября. И вот уже полноценно уже закроем вторую акцию и вот этот сбор. Так, мы дякуємо в свою чергу и вам за акции, и за то, что уже сделано, и за то, что планируется. Дякуємо за то, что не зупиняєтеся на зробленому, на досягнених результатах. Прагнете чогось більшого, кращого для суспільства, для тих, хто потребує вашої допомоги. А я нагадую для наших телеглядачів, що сьогодні в ефірі була Валентина Ткаченко, президент фонду «Доброта і довіра».